Сегодня я хочу немножко поговорить о сварочном инвекторе. Вот. Этот уже пошел у меня на запчасти, на разбор. Ну, покажу, как проверяется ИГБТ. Можно диод проверить. Это диод у нас стоит. Вот. Ну, как я проверяю, покажу. Вот автопары стоят у нас также. Видите, все как бы это... Проблема у него в плате управления была. Так что я плату управления паял-паял и бросил это дело, короче говоря. Немножко с браком он, короче. Он почти новый был. Вот, ну, соответственно, ИГБТ и транзисторы целые. Вот они, 4 штуки стоят. Проверяем. Здесь конденсатор зарядился. В другую сторону диод. Здесь ничего нету. Также проверяем. 311. Да, я вот что-то вот помню вот это сопротивление. Ну, большинство проверяем вот этот диод. Вот он диод, видите? Нащупали, проверили. Здесь напряжение приходит. Если будет скачок напряжения, диод на коротко уходит, транзистор блокирует. Взрывается. Триста одиннадцать. Ну, сами видите, короткого никакого нет. Вот он диод меряется. Значит, здесь точно так же должно быть. Вот он, видите, 436 в схеме. 611. Тоже так 611. Так что в схеме можно его проверить. Также вот эти диоды, как они выглядят, как транзисторы. Вот он 434. Также буду сейчас показывать 438. Ну, в обратку ничего нету. Вот. Ну и давайте проверим вот эти диоды выходные. Они идут двойные диоды. Так что если здесь даже какой-то на короткое уходит, видите, разделенное, здесь будет все уже на коротком. 360 и с другой стороны 360. От центра меряем. Сюда, сюда. Потом щуп ставим на центр сюда, и здесь проверяем тут и тут. Два диода вместе. Ну, посмотрите развязку его в интернете. Здесь ничего нету. Соответственно, второй диод точно так же. Середину берем. Они сдвоенные стоят. Видите, они на корпусе. Если какой-то диод даже на короткое уйдет. Сдвоенные стоят. Схема их усиливает, видите. Вот так же и тут, дальше. Сюда. 364. Ну, соответственно, здесь уже можно мерить, не мерить. Получается, что если какой-то на коротко уходит, уже все три будут на коротком сидеть. Видите? Сопротивление. Вот это рабочий аппарат. Я говорю, у него проблема в управлении было. Подпаивали, перепаивали, другую ставили. Не идет, и все, защита горит. Не хочет идти. Возможно, даже где-то и косячок в другом месте не нашли. Бросили. Конденсаторы я уже поснимал, потихоньку снимаю. Даже на запчасти такой аппарат отправляешь, оправдывает себе даже в два раза, наверное. 1010 я выигрываю с него. Вот он диод, мы который проверяли, видите. Реле вот оно стоит, блок питания стоит, стабилизатор, оптопары. Шунтирую, когда замыкание, если происходит на электродах, они блокируют, чтобы не пошел сигнал сюда. Вот защита загорается. Но их тоже проверяли. Видите, они тоже паянные. Так что какая-то неисправность здесь сидит. Но целый он рабочий. Так что разбираю потихоньку на запчасти его. Вам показал, как проверяются транзисторы. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.